И еще раз всем привет, дорогие друзья. Возвращаемся в прямой эфир. 2-0 в серии Virtus Pro выигрывают у HellRaisers. Напомню, формат проведения Best of 5 финала турнира под названием Dota 2 Champions League, Christmas Charity Magic, ну и третья карта, может быть последняя, может быть нет, будет играться на моде Single Draft. На ваших экранах уже делаются пики. Ну и давайте посмотрим, что у нас уже здесь было напикнуто. И мы видим Пуджа в исполнении HellRaisers. Воу-воу-воу. Пуджик. Пуджик. Ладно, остальные герои тоже разбираются. Понемногу напомню, что микрофон прежним для вас работает адекват. И Сергей Смайл Ревин, который обязательно к нам сейчас подтянется. Ну, смотрим. Да, в этот раз, в общем-то, в отличие от полуфинального матча, Лилу не выпал Visage на синглдрафте, выпала Брудмазер, ну, точнее, один из трех героев, это была Бруда, он ее взял, Сайлен взял Фантомку, Фобос Герокоптера, Фенгер на Дисрапторе, Год Найт Сталкер, такой расстат у Virtus.pro. Ну, а что касается HellRaisers, и Бах сыграет на Шадуфинде, Андершок, Пуджи, Годдэм Энигма, Шачло будет играть на Бене, Афоне, на Урса Вориоре. Вот такой расклад. Have fun. Эх, конечно, вот, положа руку на сердце, не хотелось бы так рано с вами расставаться, дорогие друзья, в случае, если это будет 3-0, хочется, чтобы, конечно, сегодняшний вечер в рамках этого финала прошел немножечко подольше, и для этого нужно HellRaisers, конечно, побеждать, но вот вопрос, смогут ли они с Пуджом победить. Вот, Лил отвечает, что на самом деле выпал этот самый Visage, но не ему. Выпал его тиммейту, не знаю, кому точно, но, в общем-то, Лилу немножко не повезло. Ну ладно, будет играть на Брудмазер. Посмотрим, сколько хороший Брудмазер. Ой, вернули, глимсанули. То Шачло пытаются убить. Есть хук, Андершока, но Шачло это мало поможет. Шачло в итоге просто-напросто погибает. Это ферстблад от года. Ну и вот так вот ВП начинают. Мартра у нас есть. Мартра есть, Серег, ты здесь. Я здесь, я же тебе говорю. Я тут, а ты... А ты ФБ комментируешь. Я понял. Просто тихо зашел. Вот, слышал, да, что Лилу-то Visage выплыл. Точнее, не Лилу, а его тиммейта выплыл Visage. Вот так вот. Но не ему. Ну, и не взял, да, его? Ну, я не знаю. Ну, то есть, тиммейта мог, конечно, взять, но там вроде как свапаться нельзя. Можно ли в синглдрафте свапаться? По-моему, нет. Как раз специальный мод, где свапаться, по-моему, нельзя. А, ну, тогда это не было смысла. Не взяли этого. Visage взяли вот те героев, которых мы сейчас видим. Ну ладно, у нас уже будет лучше. Это как минимум интересно. Пуджевич будет ходить. Я думаю, Фоба сыграл бы просто на Бруде. Бы. Если можно было свапаться бы. Ну, фида. Вообще все верно. Ну, посмотрим, сколько Лил опытная Бруда. Я думаю, что нет. Лил бегал бы на суппорт Герокоптере. Давай, гоним, хочу увидеть. Давай, Герокоптер гоним, гоу. Боже, вспомнить бы, когда последний раз я видел Лаганин на Герокоптерах. Это было давно и неправда. Это был, наверное, в тот момент, когда только-только вышел апдейт, когда Герокоптер добавили Лаганин, и первый раз паби его стали юзать. Все, после этого, наверное, больше и не было. Я ультракил на Альянсах делал с Лаганином. Да? Да. Это жесткий. Это, подожди, в проматче? Да. Жесткий, лучше жесткий. Я вот, если честно, этот матч не помню. Это я попендрился чуть-чуть. Ладно, это нормально. Можно? Можно, конечно, можно. Люди потребуют, правда, пруф и скажут, давай ссылку на YouTube там и прочее. Скиньте адекватную ссылочку кто-нибудь. Нет, я-то верю, но я посмотрел на самом деле этот ультракилл. Ну, посмотри, ну, скиньте ему. Скиньте, да, скиньте, кто сможет найти, что это за матч такой был, тут чуть у нас Тюринем год не отъехал, Митя. Я не помню, по-моему, кстати, на дефенсе был что-то из этой серии. Ну, я только, конечно, не уверен, но в те времена был. Ну вот, значит, ВП против онлайн, где-то на дефенсе. Если найдете ссылку, пожалуйста, киньте в Твиттер куда-нибудь мне или Сереге. Собачка адекват тебе или собачка Арсартота. Будем ждать. Так, ну а пока у нас сначала, опять же, для ВП, они два фрага сделали, вроде как, и все у них неплохо получается. Андершока на харде наказали, бедняжка Андершок на Пуджа не знает, что делать. Ну, он вроде как позиционирует себя как один из скоров, правильно? Ну, да. То есть у нас, возможно, даже будет смотри, какой-то... Смотри, что мутится. А, так не работает, братан, извини. Только с Тускаром, да. Чтобы закрыть можно было. Но попробовал. Попробовал, но не получилось. Год в соло убивает у нас Сефа, просто в соляну загнал его. И может встать, может встрять. Да, встает. Нет, встает. Нет, не встает. По-моему, Бейн встал, сейчас будет Глимс.
Да, и под. Ну, попер бараш. Ну, пытается кого-то убить, там... Тычечка не хватило. ФНГ тоже. Нет, ФНГ тоже не стоит, потому что дальнюк уже был потрачен. Как же не прет Hellraisers? Как же им не прет? Как же у них не получается почему-то против Virtus Pro сегодня? Ну, ВП, может, не надо так делать быстро? Так больно, так быстро? За час там справляться. Ну, вообще, да. Со старта этого матча прошло на 1.5 часа, хорошо. Ну да. Игрового времени. Мы 8, 1.5 часа прошло. Игрового времени, конечно, не было. Ну такая, то есть между играми там сильно минимальная пауза. Да, 5-минутная было, быстро мы стартуем. Очень-очень быстро. Ну ладно, поглядим. Hellraisers пока 4 проигрывает, ничего страшного. Фармят они там леса, кто может. Бегает шашло. Энигма, во всяком случае, есть, не забываем. Этот герой тоже на многое способен. Все-таки геймченджер, как ни крути. Пока вот у себя еще Годем не проявлял на этой самой Энигме. Но скоро получит его 6, уже может что-то придумать. Над сиренем что-то фитной помирает. Минус СФ. Минус 6 шашло. Все в откате, да, пытается руки пробить Года, нет. И не попал. Хуком Glimps, попал Glimps, не в того. Glimps, до свидания. Ну что это у них вообще все не клеится как-то все. Ты же говорю, не клеится. Давай, Фонька, давай, хорошо. Неплохо он его. Я за Ашера буду болеть. Как он его видел? А, просветили, Даша был, да, все понятно. Есть позыв уже, Enrage, все в порядке у Афонина, все замечательно, топовый крипстат на карте. Но... И Пруда просто тупо догнала пауками Энигму и сожрала его. Просто потерял дотал. А вы говорили, неопытный Лил на Бурде. Очень даже опытный. Видишь, что исполняет. Хорош. Неплохо, он неплохо. Да не, Лил, в принципе, очень скилловый игрок по микро. Очень много играет. Чувствует игрок. Да, ему только дай героев, на которых нужно побольше там что-то подконтролить. Каких-то там птичек, фамильяров, сумонов, неважно чего. Вот дали паучку, там паучками подконтролит. Даже после своей смерти. Так что действительно игрок очень-очень-очень опытный. Ну вот появится что опытного игрока левел 6. Возвращается он на линию. Главное больше под досты не встревать. Все будет окей. Так, ФНГ теперь не заслипали. ФНГ пытается уйти. А стоп, Год пошел в бой, а у Года-то ночь. И он уже здесь хорош. Но, правда, против трех героев может быть опасно. Но Годем почему-то не дал. Почему он не дал свой Малифайс? Сейчас Год на разворот еще пойдет. Почему Малифайс не дает? Ой, Год еще может стрелять. Там станчик-то все-таки есть. Нет. Ну, а что тренюк-то не кинул? Товарищ Ибах Иван. Вообще что-то ужасное делают Hellraisers. Почему сразу нельзя было дать Малифайса парочку Shadowraiser в лицо на сталкере, просто его не убить? Я не знаю. Тоже. У меня тоже вопрос. Вопрос задается на такие. Ну да, что-то Hellraisers пока... Надо собраться. Ничего страшного. 2-0 серии проигрывать, ничего страшного. Можно выиграть третью, короче, четвертую, пятую. Ладно, не ошибаться. Так, Год. Ну, продолжает свое перемещение возле медлинии. 3-0-2 у Года, конечно, старт на 7 минуте, но просто потрясающе. Лучше не придумать, что по инфорс на карте. Есть уже Run of Shadows, есть Magic Wand, Сапог, Бодл, 6 уровень. И побежал в чужие леса. Там, может, и Никму расстроить сейчас. Годем. Опа, воет с руки, бьют его. Годем, ну дай ты Малифайс, ну дал, но ведь поздно даешь. Что так поздно-то? Я не знаю, что у него с реакцией. Что с реакцией, Годем? Год убивает Год Дема. Как переводится Год Дем? Знаешь, как переводится Год Дем? Год Дем переводится как Мэд Дог. Ага, отлично. Отлично, это мы выяснили. Так, и Бах тем временем тоже умирает. А Года там можно расшаврать как Дог, да? Да, просто. Просто. Лучший. Любимый игрок версии. Да. Отлично, есть у нас Мэд Дог, есть просто Дог. Безумный Дог, да. Ну и все понятно. Ну, мне кажется, все-таки нужно и поменять будет. Свапнуться никнеймами, потому что Мэд Дог это все-таки Код. Слишком он бешеный игрок. Ну да, Найсталкер особенно, что-то какой-то дерзкий слишком. Бегает, убивает противника, вообще не прощает, на мид уже идти не хочется. Уже поэтому если туда и не идет, идет Энигма. Энигме все равно, она свое уже следствие получила. Хотя не максимум из возможного. Только Soul Ring, конечно, хочется и Сапог, и левел 6 в конце концов. Ну, прямо скажем, Год первую ночь реализовывает уже на все 100%, даже если на 150, наверное, потому что даже если сейчас он больше фрагов не сделает, уже много всего он вывез, много всего сделал. Ну и главное, создал спейса, посмотрите, аж три героя в миду собралось у Hellraisers, четвертый там рядышком, они боятся вообще оставить одного СФа. Ну, конечно, развязываются руки тем самым у Лила на верхней линии, снизу у Сайлента, который и не прекращал фрифармить. И... Да, еще же Сайлент есть.
Ну, вообще про него. Я про него забыл, что он вообще там фармит где-то. Ну да, зачем? Пока дают возможность, он будет фармить, а потом придет. И порядок наведет. Ну, очень много времени, если на себя отвлекают, да. И Док, и Лилчик. Лилчик, что у нас там Лилчик делает? Охватывает чужие леса из фейзона. Да, я трудно себя поймать будет. Особенно днем, когда он все видит. Минус Шач очередной раз. И минус... Нет, днем не пойдут. Ночь есть, все есть, но днем не пойдут. У Кота валяется классная руна в ботле. Волшебства. Поэтому эти войды и так кулдаун имеют. Очень маленький. С руной волшебства ночью вообще будет жесть что творить. Ну да. Кулдаун 30%. Это было 8 секунд, стало 5,6. Ну действительно. Слишком это часто эти самые войды будут залетать. Да, на топе какой-то экшен устроили. Просветило Лила, кстати говоря. Но Лила успел уйти на безопасную дистанцию. Надо спасти еще части своих паучков. А Фонин за ним погнался. Это зря, потому что приходит Сайлент. Дал дагер на шачло. Залетает еще сюда ракетка. Ой, ну тут беда. Под кулдаун. Шачло брейнсапом жить еще пытался. Есть да, Фонин все тоже ульта закончится, тоже умрет. Раскачивает его аккуратненько. И это будет минус-минус Афонин. И хук минус, еще эндершок. Запалил свое место дислокации, тоже умирает. Ну, что-то совсем как-то печаль, тоска. Беда, просто беда с Hellraiser. 13-1 они проигрывают на 10-й минуте. Хуже даже, чем они проигрывали в первой карте или второй карте. Но совсем в разнос. Расклеились Hellraiser, надо вот это... Надо им как-то это встрепенуться. Может, паузу поставить, не знаю, друга по щекам похлопать, чтобы это... Разбудились. Главное, чтобы друга по щекам они похлопали. Что ты вот это, Серега? Омрачняешь. Ну что такое? Ну, это как-то не прикольно. Ну, как бы, две команды играют в финале. Ну да, гранд-финалом-то и не пахнет пока. Как-то так. Как-то так. Сегодня был один гранд-финал, кстати говоря, МДЛ с Сио играли. Смотрел сегодняшний матч? Не, Минаски я отдыхал. У меня что-то так режим сбился после той ночи, ночных стримов, что я теперь просыпаюсь. В 4 часа утра, сегодня в 6 проснулся утра. Это плохие, плохие последствия после Америки? Да, приходится днем спать. Ну да, его сложно перестроить, согласен. Сегодня буду держусь до конца, чтобы нормально спать. ФНГ! Поэтому опытные ребята выбирают Европу. Так, ФНГ теренем, да, кулдаун. Ой, ФНГ это может стрелять, это второй фраг для Hellraiser. Ну вот же ж получается. Так. Самую топовую позицию в игре, которую можно было занять, выбрал Артём. Ну, стыкался, особенно днем, когда тебя уже запалили все герои, и ты туда забежал. Но он же спрятался. Если бы это было ночью, это была бы идеальная позиция, тебя там никто никогда бы не нашел. Да, тут вот Hellraiser хороший выпад получился. Они взяли одного героя, взяли теперь еще и Тавр. Ну, правда, конечно, в это время Лил тоже неплохо тут расправился с топ-линией. Уже тир 2 практически седает. Тут Глиф юзается, но Глиф не остановит паучков. И Сайлент, товарищ Сайлент. Сайлент, та-та-та, Сайлент. Кентавра хорошо, ой, грамотно все делает. Кентаврика контроль, еще на развороте нажал. Ой, ну, под блэкхольчик. Еще хук от Тундершока. Прыгай куда-нибудь уже. Ты смотри, как он манзит, смотри, как он живет. Надо было Кентавра уводить. Кентавра водить надо было изначально, после анслита. Кентавр там стан давал же. Там тяжело было спастись, конечно, но пытался. Кулдаун тем временем, Инфонин подстрял, его спасает Андершок куком, и теперь нужно ТПшки прожимать и уходить! Прожимать и уходить! Прожимают и уходят. Ты посмотри, все спаслись, кроме них, разве что. Но, правда, тир 3 съели, к сожалению. Да, Лилзаш просто убивает тир 3 тавр. Можно так грызть. Ну, один ударчик, ну почему ты такой? Да ладно, нормально. Даже если СДНЛ, ничего страшного. Остались голые бараки против Бруды, это все равно считай, что минус сторона. Рано или поздно. Лучше поздно, чем никогда. Так, что у нас у Кода? У Кода почти гоним. На какой-то минуте у него будет. На 14 минуте будет гонимчик. Быстро. Очень быстро. Ну, у него 5-0-4. Очень все круто. 9 левел, фира только нету, но это ничего страшного. Ну даже без фира раскладывает, да, действительно. Сейчас он будет брать. Зачем нужен фир, если так убиваешь? Если баунти рун как раз подберет сверху. Еще плюс денежка. Оставляет фалбус как раз таки, да? Да, как раз на огонемчик. Буквально таки там. Не, ну еще должно подфармить надо бы что-то. Ну на Рошана, а там кентавр, ребятишки.
И что вы сделаете? А называется и хочется, и колется. Ну, спалился уже Афонин. Остальные типа не палятся. Что, мол, там только один ужас пытается съесть Тарашана. Ну, надо туда идти. Ну, ВП просто надо туда идти, выиграть игру там. Даже просто элементарно создать спейс для Лила. Лил просто сосет в сторону, пока не будут отвлекать. Да, без Раптор, без байбека, без ТПшки, но ему отдал телепорт. Нет, никто ему не отдал телепорт, я, походу, не того героя прокликал. Но ничего страшного. Так, вот год пытался перехватить кого-то на отходе Hellraiser's. Не получилось это сделать с двумя героями. Нигма там встряла, и у Нигмы, правда, есть ТП. И она прячется. Не вылазит. Так. А, Silent, но вот тот рано слишком прыгнул. Смог еще не спалился. Не ревивился, и тогда мог бы узнать, что Нигма рядышком. Ну ладно. Не страшно. Да, в итоге Рошан, конечно, не забрали, ребята из Ашер, но зато вот юзают смог. И что-то сейчас собираются придумывать. Например, Сальто наказать. Со всех сторон его сейчас будут окружать. Сайлент опять остался один. Сайлент, как же жить теперь? Эдолончики. Слип. Нет, правда, блокова. А у Бэйна нет ульты. Есть Малифайс. Опа. Великолепная. Великолепная игра. Великолепное исполнение. Да, Ашер. Великолепный хук. Ашер. Браво, Ашер. Что это такое? Ребята, вы в финале играете какую? Это был ганг. Это профессиональный ганг. А теперь год пошел ганг. Год сейчас покажет, как гангать надо. Заходишь один туда прямо. Зажал шачло, Сален тоже рядышком. Фу, вот он Дуршока своего спасает. Но кулдаун на фоне есть инрейдж. Не тратит его, но пора будет сейчас, потому что просто-напросто погибнет. Ну вот он сейчас заюзал, на лоу хп, тп аут юзает и... Нет, не пускай этого фантомка. Сверху барки падают, ГГВП. Ну да, мы уложились сейчас по игровому времени, там 28, 25, ну да, чуть-чуть, 70 минут на три катки потребовался. Эх, Hellraiser's. Ладно, ну бывает такое, Virtus.pro просто сегодня были хороши, в форме, что называется, ну на всех трех модах сыгранных, на Captain's моде, на All Random Deathmatch и на Single Draft оказались сильнее Hellraiser's. Выигрывают они такой турнир замечательный под названием Dota 2 Champions League, специальная версия к Рождеству, Xmas Charity Magic, ну и, собственно, зарабатывают свои 20 тысяч долларов, Hellraiser's довольствуется 10 тысяч долларами, ну и, соответственно, по 5 тысяч зарабатывают такие команды, как Pro Dota Gaming и Team Spirit. Ну, как-то так. Как тебе турнир вообще такого рода нравится? Да, мне нравятся, на самом деле, турниры. Плюс из того, что он благотворительный, пора уже, как бы, и киберспорту туда денежки вкладывать, помогать. Ну, вообще, да. Мне это... очень приятно это. Ну, душе приятно. Хорошая действительно идея от организаторов. Действительно, все деньги с продажи билетов отдавать именно на благотворительность. Ну и такое создает праздничное настроение, что называется. И командам хорошо, и зрителям хорошо, и всем хорошо. Вот, так что спасибо ребятам из Dreams Media, из Faceit за этот замечательный турнир. Надо немножко добавлять такую толику фана, скажем, таких игровых модов, эту профессиональную рутину с CM-модами бесконечными. Это немножечко развлекает. Да. Расслабляет, развлекает. Ну что, я всем посоветовал бы переключиться бы на канал Dota 2 Ruhab, без двоечки на конце, и там Elements Gaming против Arcade Sports, там лютый какой-то замес, там лондроиды, ораклы, все included, переключайтесь, смотрите. Да, там смотрите обязательно, битва. Там Вова комментирует для вас, Майлшторм, и передавайте от нас с Серегой привет, ну а мы, наверное, будем здесь прощаться. Пока-пока, спасибо, что смотрели. Всем хорошего вечера. Удачи.